Цветущая, противоречивая, изменчивая, чертельная, солнечно-дождливая, волшебная, сисмо-осисная, умиротворение, рай для дикого туризма, ламаджовая, зангезурная и митинговая. Армения! Знакомьтесь, это наш новый армянский друг Артур. Он везет нас по улицам солнечного Еревана на своем замечательном бусике. Народ с любопытством глазеет в окна и впитывает зарисовки из жизни горожан. Мы выезжаем за границу города и направляемся на восток. Нас ждет Хорвераб, бывшая тюрьма, а ныне монастырь. Отсюда в Армении началось христианство. Хорвераб выгодно расположен на фоне горы Арарат и является обязательным для посещения местом. Прикосновение к истории оставило неизгладимое впечатление и пробудило нешуточный аппетит. Поэтому следующим пунктом нашей программы были шашлыки, приготовленные в тандыре. Описывать их волшебный вкус – дело бесполезно. Все написано на наших лицах. Небольшая прогулка после обеда никогда не помешает. Короткий интересный трек к монастырю Нараванг оказался не так уж прост. Некоторые настолько устали, что даже поход в магазин решили совершить на ослике. На утро мы отправились в горы. Нас ожидал заброшенный пещерный город. Вокруг возвышались заснеженные пики неземной красоты. Красота эта, однако, имела достаточно необычный эффект. Как следует выспавшись, мы прибыли в пещерный город.
Далее нас ждала самая высокая в Европе канатная дорога «Крылья Татева». Проплывая в кабинке, над ущельем на высоте 360 метров, казалось, что у нас на самом деле вырастают крылья. Но самое интересное произошло на обратном пути. Сегодня у нас случилось замечательное событие. Мы ехали на канатной дороге вместо 10 минут 47, и это было круто. Быстро ехали, потом бац, остановились, и кабина стала опускаться. Настолько я получила кайф, вот на самом деле, да? Но самое классное было, когда ответил ты, что нам сейчас привезут пиццу на дронах, только нам надо организовать место для туалета. Прекрасно, это прекрасно, жизнь продолжается, она происходит, и любое событие, которое в твоей жизни происходит, ее украшает, продляет, дает тебе энергию и массу впечатлений. С годами чувство страха пропадает, если не совсем уменьшается, поэтому страшно принципиально быть не могло. Аллилуйя, все произошло и все хорошо закончилось. Я хочу сказать, хоть Боря очень старался для нас сделать экстрим, но вот, слава Богу, у него ничего не получилось. И мы приземлились, и мы на месте, мы рады. Спасибо, Арлине, что мы все живы. Все. Ура! Утром мы отправились в трек крепости с непроизносимым названием Сымбатаберт. Она возведена на самой круче и выглядит совершенно неприступной. Лишь однажды хитроумным сельджукам удалось покорить крепость, оставив ее защитников без воды. Для этого они выпустили рядом с крепостью измученного жаждой мула, и он быстро отыскал скрытый родник, которым пользовались защитники крепости. Вот так глупое животное помогло хитрым завоевателям занять крепость Сымбатаберт. А мы проникли в крепость через главные ворота и вдоволь нагулялись среди ее древних стен. Винный завод Арении. Кто из нас не мечтал посетить дегустацию кавказских вин, а заодно послушать историю завода и узнать тонкости армянского виноделия? Посмотрите на этот неподдельный интерес, эти горящие глаза и вдыхающий аромат вина носы. О, эти вкусовые рецепторы! О, этот взгляд умудренного сомелье! Ну и как следствие, шопинг безудержный и беспощадный. В общем, экскурсия на винзавод удалась. Как оказалось, весна в этом году выдалась поздняя, и солнышко не очень радовало армянскую землю. Именно поэтому мы отправились на горячие источники, чтобы как следует согреться.
Побаловав себя теплыми ваннами, мы поехали на озеро Сиван. Там посетили монастырь Сиванаванг, расположенный на берегу озера и являющийся одним из самых красивых в Армении. А потом нас гостеприимно принял отель «Лаваш», без сомнения лучший в этом путешествии. Двое ненормальных, по-видимому перегревшихся в горячих источниках, совершили заплыв по озеру. Процедура купания завершилась злоупотреблением коньяка, исключительно в медицинских целях. А вечером мы играли в кастрюлю, удивляя друг друга искусством пантомима. Все последующие события пронеслись, словно яркий калейдоскоп, из которого каждый запомнит что-то свое. Кому-то запомнится каменная симфония с огромными вулканическими столбами, напоминающими орган. Кто-то будет вспоминать многочисленные монастыри и храмы, которые мы посетили. Кому-то понравился прохладный Сиван и кебаб из раков. Кто-то вдохновился армянскими винами, кто-то фруктами и сладостями ереванского рынка. А кого-то не оставил равнодушным крепкий армянский кофе и, конечно, коньяк. Но все мы будем вспоминать замечательных людей, с которыми мы познакомились в этом путешествии. Их радушие, теплоту и гостеприимство, и от общения с ними мы тоже стали чуточку добрее, счастливее и веселее. Спасибо, Армения, и до новых встреч!